Не, я, короче, жду ваших идей, чё, какой трек бы записать там. На NES я могу любой трек, абсолютно любой, записать. С NES, ну, тоже. Можете прям кидать идеи, а я попробую реализовать. Но не очень много, как бы, а по чуть-чуть так-то. Арена в украинском сталкере. Это что-то. Да, Chase HQ 2. Я помню, эту игру я проходил, когда был Raffle Time у нас. А, вот у нас Normal Hard. Ну, типичный уровень сложности. Блин, я один вот этот писк слышу или нет? Прям очень прям в уши. Приначит. Нэнси, о, блин, Нэнси. Вспоминаем первую часть. Когда там тоже Нэнси. Особенно там показывают нормальную версию на PC Engine. Перед боем говорит голос бандитов. А. Роджер. Блин, на NES я играл через HQ, но она, сука, сложная. Нужно пройти 3 круга по 8 уровней. Это охренеть. А на PC Engine она вроде полегче немного. Главное вот машины не врезаться. Чтоб побольше очков не давали. Ну так вот, чё... Вот эту игру... Я видал на всяких различных четырех игровках, ну, по большей части. Причем игры переключались кнопкой Reset. Там были еще Sunset Rider, Spider-Man против Кингпина. Вот. Полиция, блин. А какого хрена у нас дорога как мост, блин? Блин, ну буст. Ну это ладно. Сегодня на арене 2. Ну и свежих шмоток мяса. Блять, сука. Пытался, блин. Называется. Дух игрок Супер Хэнгон. А вот я не помню, что был Супер Хэнгон. Там еще был Streets of Rage, я помню, обычно первый. А что еще было, блин? Бля, очень сложно вспомнить, что обычно в четырех игровках там. А, запихивали какие-то игры. Ну вот основное я помню, это вот это, Sunset Rider, Spider-Man, Streets of Rage. И ведь что-то еще вот было. Там еще пару единиц игр, блин. Блин, вспомнить очень трудно, но вот точно такое было. Типа, знаете, в чем еще прикол был? Вот ты купил карик, да, четырехигровку. Вставляешь приставку, включаешь. И что ты думаешь? Будет показано список игр? Нихуя. Сразу включается одна игра. И что делать, блядь? Почему одна игра, когда на карике 4, блядь? Я с этим другом задавался, конечно, вопросом, блин. Это типа с очень не наебало было, блин. Мы там все перепробовали, блин. Включать, выключать каждый раз. Переключать на приставке там различный режим. Вот эти переключатели режимов приставки. А потом, кое-чудом, узнали то, что переключение игр срабатывает при помощи кнопки Reset.
Если б не вот эта функция, блин, то просто деньги на ветер, блин, и минус карик, походу, с одной игрой. А, батл-тот я не помню, чтобы на четырехигровке был. У меня лично одна игровка была. И пятый картридж. В коллекции. Или четвертый, я уж не помню. А, русалочка еще была, точно? Я вспомню. Я как-то видел картридж с Аладдин, сзади ценник 132 тысячи. Советских рублей, не бойся. Не, на, потом на наши вот эти вот рубли, они стоили там 100-150, вот эти обычные картриджи. А геймпад, я помню, стоил 50 рублей или 75, такой шестикнопочкой, стандартный. С хорошим корпусом и долговечностью, прям очень хороший. Блин, вот здесь мне трек нравится один. Вот этот, который играет очень тихо. Слышишь музыку? Нет. И я не слышу. Она есть. Понял. Старобляцких. Ну, значит, да. Налево, блин, налево. Обычно я на третий уровень беру вот этот грузовик. Типа красная машина с этим не справляется. А, да? Ну хоть продолжить можно. У меня таймер закончился внезапно. Вот сволочь, блин. Блин, вот когда турбо юзаешь, из-под вот этих вот труб выхлопных, блин. И его с огнем такой. Сжигай, сжигай, блядь. Ломай, блин. О, нихера себе. Там Доминик Торетто сидит просто. А он не выстрелил, кстати. Vape Nation. Окей, вы арестованы за похищение. Дочки президента, блин. Так, а вот на последние два уровня возьмем вот этот вот внедорожник. Он такой более сбалансированный, чем две остальные машины. Первый скорее к скоростному относится, а вот третий там уже не скорость, а решает сцепление с дорогой. И что там еще? Ой, блядь. Рот вертолет. Он еще и бомбы кидает, блин. Если есть вертолет, то значит что? Игра 10 из 10. Стандарт. Вот куда? Налево. А вот в первой части... Ой, да. В первой части на NES тебе приходится угадывать, куда ехать, если развилка будет. Там нету стрелки. Там, по-моему, знак вопросика, блин. Вот тебе надо угадывать, куда именно.
О, да. Сюда иди, блин. Куда ты уезжаешь? Главное нитро не тратить. Вовремя. Блин, зря. Дроп де бомба. Бля, ну ты вспомнил. Шедевральный, по моему мнению, фильм. Кто убил капитана Алекса? Это просто шедевр, блядь. С низким бюджетом, блин. Дайте Оскара, блин. Не, честно, прям... Если вырезать все вот эти... большинство ненужных моментов в фильме, оставить только экшен, там вообще прям сказка, блядь. А по-моему, фильм презентовали на каком-то каннском фестивале, но я не уверен насчет этой инфы. Я впервые увидел вот как раз насчет капитана Алекса на сходке. Мне как раз Никита 600 показал нам. Такое ржака, блядь, было. Пиздец. Там, бля, монтаж охуенный просто, блин. 200 бакс. Мелкий какой-то фестиваль. Ну, я не знаю, ну, какой-то точно фестиваль был. Бля, там, охуенно. Вы арестованы за... за террористизм, блин. Подожди. Кто убил капитана Алекса? Бля, на Кинопоиске 7,2. Что? Точнее, 7,1 из 10. Ебать. Это Рофо? Я думаю, что нет. Последний уровень, что у нас? Погнали. Понятно. И MBD, и MDB больше 8. Да блядь. Нахуй ваши спайдермены вот эти, новые хоум. Нахуй матрица, вот, блядь. Киношедевр, блядь. С низким бюджетом. Может и был какой-нибудь фанмейт? Не знаю, но, бля. Знаете, что у меня, по-моему, осталось? Сейчас скажу. Хотя я не уверен. Сейчас посмотрю. Так, нет, куда я полез? Блин, у меня настройки открылись в первом моментом мониторе. А, черт. Нет, это не то. Сейчас. Момент. Может, я найду? Есть, есть. Во, сейчас у меня есть этот. Работает? По-моему, должен. Ugandan Bruce Lee. We call him Bruce Lee. Блять, давно это висит, никто им не пользовался. Охуеть. Ugandan Bruce Lee. We call him Bruce Lee. Бля. Я еще помню фразу. Tiger Mafia has a good panties. Блять. Tiger Mafia, блин. Дроп де бомба, блять. Tiger Mafia has a good panties. Блять, там сэмпы, на сэмпу хоть вырезаю, если честно. Пусть будет. Не, пусть у меня и висит включенным. За бесплатно, так сказать. Обычно у Форсена такую тему шпарит.
Welcome to Ganda. Когда фолловер это самое подписывается. Бля, там момент насчет дроп-бомбы. Там вертолет, блядь, крашит какое-то здание, блядь. Пиздец. А вот сейчас вторая форма. Ну, типа вторая форма, да. Сейчас машина отцепится от прицепа. Оп, погнал. Ready, go. И без нитр, да? А, с нитром все же. Не, Форсен типа атрофу добавил вот это вот все и выглядит охеренно как бы. Может, он тоже Капитан Алекс смотрел и как бы на всем этом и сделал так вот оповещалки типа такие. Блин. Не удалось перепрыгнуть. О. О, видали трюк? Трюк за мастерство. Блять, ебучая будка. Хоба, да. Вот, блять, и еще ебучий вертолет. Уйди нахуй, вертолет. Ну вот почему обычные машины, блин, мешаются? А у меня еще конты есть. Все равно я сейчас игру пройду. В любом случае. Один хит остался. Ну, блядь, почему не один-то? Все. Man, the man is killing us, man. Окей, okay, вы арестованы за нелегальные... Чё-то там... Illegal practices, блядь, перевод. А, за незаконные действия. Вот вся игра. Еще и Нэнси. Став. Комплит. Mission completed. See you again. А вот где? А, еще и вымогательство. Понял. Ну, вся игра. Окей.